хочу вам кое-что сказать. О, водичка. Я хочу, чтобы вы были благодарны не только мне, но и всей моей команде. Потому что без них не было бы ни этого концерта, ни других концертов. Они просто красавчики. Дайте шуму для диджея Вадича, который разогревал у нас Drum & Bass. Дайте шуму для Паши Питкастера. Этот парень, кроме того, что разогревал вас, кроме того, что поехал со мной в тур, так он еще и написал как бы музыку для таких песен, как «Холода», «Печальная», «Меньше чем три», «Я собираюсь тебя трахнуть» и многих других. Этот парень реальный гений. Дайте шума! Дайте шума для моего концертного менеджера и друга Евгения Жалиса. Из-за него в целом вы ходите на мои концерты. Дайте шума для... Иди сюда. Для Валерии Николаевны, моей любимой девушки. Всех, кто сегодня выступал. Для Руслана Crazy Mega Hell, для Нора, для Лекса 1707. Дайте шума для всех, кто со мной фитовал и будет фитовать. Для всех наших помощников, для всех моих друзей и, конечно же, для самих себя. Просто поаплодируйте сами себе сейчас. Какие-то вялые аплодисменты для себя. Просто вы же понимаете, что концерт этот делаю не я, а вы. Дайте шума себе! Ну и напоследок просто потанцуем под песню «Ради Бога». Я не пишу.
смотрю. Спасибо большое, Москва! А теперь не спешите расходиться, у меня есть для вас последний сюрприз. Это не песня, но кое-что получше. Отойдите все отсюда. Друзья, это мой вам подарок. Смотрите, открывайте все камеры и наводите, чуть-чуть приближайте. Я вам сейчас объясню, что это такое. Это специально для вас самые дешевые билеты на мой первый стадионный концерт. Я собираю ебаный стадион, блядь. И пока эти билеты стоят копье, специально для тех, кто сюда пришел, это для вас. Все успели? Приближайте камеру, приближайте. Кинь сюда, найдут. Итак, у кого не получилось, просто возьмете у соседа, у кого получилось. Там есть ссылка на сайт. Я планирую собрать, внимание, около 7 тысяч человек. То есть это будет больше, чем здесь, но сами понимаете, там, блядь, раза в 4-5. Так что... Вот я смотрю, уже некоторые уходят, да? И специально для тех, кто уходит, мы сейчас исполним песню «Ебанина».